Всем привет, и сегодня подъехал обзор на обновление 6.0 Thunder Shark Evolution. Обновление, я не сказал бы, что оно большое, оно не особо значительное, это обновление. Добавили всего лишь одну приятную плюшку для игроков в честь фильма «Мех. Монстр глубин». Фильм такой, премьера лета. В честь этого добавили, короче, новый облик Мегалодона. Вот, вы сейчас видите на своих экранах, как он выглядит, этот облик. Вот, в принципе, мне облик понравился. Он не такой уж мультяшный, детский, прикольный. Вот, ну, немного мультяшность есть, а так он такой строгий, немного страшненький, этот Мегалодон. Вот, что нам добавили из этих плюшек в магазине? Нам добавили комплект Discovery. Отпразднуйте 30-летний юбилей Sharkwag с лучшими предметами программы. Кепочка Sharkwag и малыш белой акулы. Комплект стоит 160 гривен. Вот, в принципе, он нам нафиг не нужен, этот комплект. Вот, фанаты только могут купить, в принципе. Мне он особо не нужен, кепочка и детеныш. А вот у нас сам облик. Так вот у нас будет выглядеть Мегалодон с этим обликом. В чем плюсик, он у нас еще и бесплатный. Все игроки могут поиграть в этом облике бесплатно. Вот это плюсик. Все-таки хорошо, что он бесплатный. Если бы он был платный, не очень это было бы хорошо. Пришлось бы платить, конечно. Без разницы, виртуальные деньги или нет. Вот так вот у нас выглядит без облика. Такой, знаете, более квадратный какой-то. Было бы неплохо, если разработчики изменили графику, сделали, чтобы все было более выпирающее. А то, знаете, жабры какие-то нарисованные, оно видно, оно не выпирает, ничего. Знаете, просто как листик, на листике бумаги нарисованное все, ничего не выпирает. Ну вот, не очень красиво выглядит. Ну, в принципе, в это никто не всматривается, в эти детали. Главное, что оно красиво нарисованное. Ну вот, красиво сделали этого Мегалодона. Классно. Вот, поедем, короче, я покажу вам, как он играется у нас в заплыве. Собственно говоря, пошли к самому заплыву. Вот, он нам никаких плюх не дает, это обличие. Но просто нам добавляет визуальной красоты. А так, это обличие нам ничего не дает. Он, кстати, видите, плакат с этим названием фильма вроде. Вот так нам это обличие ничего не дает. Обычный Мегалодон, обычные его характеристики. Просто внешне он стал немного другим. Чё, мне понравился, особенно эти черные глаза, знаете, такое чудовище страшное. В принципе, я убедился, что Ubisoft умеет хоть рисовать более злых и строгих акул. А то по впечатлениям Thunder Shark World и некоторым впечатлениям новых акул Thunder Shark Evolution, типа Леоплевродон или Хамелеон. Что-то мне кажется, они разучились рисовать акул. Вот. Или они вообще их всегда так умели рисовать, я не знаю, почему они так их рисуют. В Evolution не должны быть детские акулы, там должны быть строгие акулы. Это игра более такая про строгих акул. А World там игра про детских акул. Вот, я уже думал, что они не умеют рисовать акул нормально. Но, в принципе, если посмотреть на эту акулу, оказывается, умеют рисовать, что-то им нравятся акулы детские какие-то. Я не знаю, может, они так думают, что детям более нравится детский облик акул. Но я не знаю. Я, в принципе, не совсем ребенок, 14 лет, но мне не нравится облик таких акул. С большими рожами, с супер-пупер гигантскими зубами, с большими глазами. Как-то оно, ну, знаете, не очень красиво и реалистично выглядит, когда акула непропорциональна. Вот, как это можно объяснить? У Леоплевродона такая огромная голова. Вот, и шея тоненькая. У него вообще не было шеи такой тонкой. Вообще у него шеи, считаю, что можно было сказать, так и не было. Ну, она была, но она не была тонкой. Вот. В принципе, мне облик понравился, хороший. Прикольный. Только я не понимаю, почему так много жабер. Обычно укол жабер 3, ну, 3 жабры. Вот, я не знаю, что они там намутили. Или это такой супер-пупер Мегалодон, что у него аж сколько там у него жабер, я не считаю. Извините за мой голос, сорвал немного, не считал, сколько у него жабер, вроде 5 или 6, вот, и шрам еще такой прикольный, ну, не знаю, сказал бы, что это на шрам похоже, не знаю, почему у него с двух сторон шрам, вот, в принципе, прикольный шрам, но как-то он странно, блин,
выглядит, что он жабр процарапал. Думаю, обновление, конечно, не очень значительное. Думаю, обновление 6.0, юбилейное, как бы, ну, 5.0, 3.4.0, без разницы. Юбилейные должны быть хоть такие более важными. Но все равно спасибо за новый облик. Мне он понравился, и думаю, многим игрокам он тоже зайдет и понравится. Вот, на этом, думаю, уже стоит заканчивать. Всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.